Ну что ж, доброго времени суток, дамы и господа. Так, ну сразу скажу то, что да, я запускал игру, немного покопался в настройках. Блин, менюшка просто очень атмосферно сделана, мне прям вообще нравится. Прям уже фактически с меню игра начинает радовать. Господи. Так, что за демо, шорт-демо, что-то не понял, ладно. Ладно, настройки по умолчанию все на ультра почему-то выставила, я не знаю. Надеюсь, игра не очень требовательна и мою корыто ее потянет. Да, озвучка как положено стоит оригинально, английская, язык текста русский. Ну, как обычно у нас происходит. Behold, child, you are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your maker, and I am called Elohim. Seek me in my temple, if you are worthy. Ну, графоний неплохой, хотя метод сглаживания мне не нравится. Какие-то вот эти тени пиксельные. Ну ладно, не суть. Мы здесь не графони пришли оценивать. А, сейчас, секундочку, что-то немного понять могу, что с чувствительностью мышки. Надо ее побольше или поменьше сделать. Слишком много. Пойдет. Нет, все равно слишком много, но ладно, пофиг, уж не буду на это тратить время. Привыкну как-нибудь. Бег неплохой. Так, через это я пройти не могу, да? Ага. Да, я понял. Заботились о том, чтобы мы не могли перелезть. Так, эта штука враждебна, нет? Да как ты меня видишь? Твою мать, не успел. Интеллектуальный
потенциал окей. Блин, что-то запитаться стал? А, да, мы начали стрим где-то почти в 3 часа ночи, так что, блин, я думаю, часа 3, наверное, постримлю сегодня все. То есть не то, что у меня какие-то завтра дела были, нужно там, не знаю, закупиться перед Новым годом, а до 31-го нужно, уже поздновато будет это делать. Но, блин, посреди ночи стримить мне как-то вообще никакого настроения нет. Я так понимаю, в игре нужна какая-то мозговая активность. Посреди ночи она будет невысокой. All across this land, I have created trials for you to overcome. And within each, I have hidden a sigil. It is your purpose to seek these sigils, for thus you will serve the generations to come and attain eternal life. Так, он перебил меня, не договорил. В общем, да, по ночам именно... В общем, по ночам более активна творческая часть мозга. Поэтому часто вдохновение приходит или что-то такое, прочая херня. То есть для решения каких-то логических задач это не очень подходит. Так, мне кажется, или мы немного мельтешим и светимся? Так, фигура Тетриса. Так, я вас понял. Да, все хорошо. Так, ну понятно, нужно пройти три этих... Комнаты? Не знаю, как их назвать. Зоны. Три зоны. Так, пулемет. Шар, который непонятно, что делает. Один деактиватор. Ваш капитан, очевидность, блин. Нахрена я комментирую, вы и так это все видите. Так. О! Ага. Так, это у нас что отключает? Ага. Ага. Да хватит говорить, ага. Так, через забор я не могу его деактивировать? Не предусмотрели. Так, мне на самом деле любопытно, что он с нами делает, но да проверим потом как-нибудь. То есть специально не будем убиваться. The shapes you are collecting are not mere toys. They are the sigils of our name. Each brings you closer to eternity. Я заранее знаю ответ на свой вопрос, но я хочу попробовать забрать с собой деактиватор. Он, скорее всего, уничтожится при прохождении фиолетового поля. Но проверить стоит. Да. А, просто выпал. Окей. Так даже лучше. Угу.
Так, понятно, эта хрень не может меня. А, я в целом понял, что вы от меня хотите. Или нет? Не, нифига, мы пробежать не успеем. Или его просто выпустить нам нужно было? А, ну да, в принципе, что это такое? Сам себе сложность создаю. Иди нафиг. Well done, child. Only one more sigil is needed. Так, ну несмотря на то, что по уровню интеллекта где-то чуть ниже табуретки и чуть выше пенька, пока у нас проблем не возникает. Тихо. Так, мне нужно, значит, быстро добежать сюда и взять деактиватор. Я, правда, не уверен, смогу ли я это сделать. Или нет? Так, я хочу попробовать не деактивировать его, а просто пробежать мимо. Потому что сейчас у нас особой нужды нету его здесь стопорить. Шар смерти. А! Стоп! Блин, они неразумные, я понял. Вот этот лазер, он просто обозначает зону, куда нам нельзя подходить. Блин, я-то думал, они типа умные за нами охотятся или что-то в этом роде. Мисклик. Мать его, мисклик. The guardians of this land may harm you, but do not resent them. For they are my servants, and they challenge you only so that your faith might be strengthened. Да я не держу на них зла, я из-за своей криворукости умер. Не, ну нужно на другую сторону попасть. Тихо ты, блин. Не, нихера. Вот так. Блин, а? Я просто видел, как он бьется вот в это силовое поле и хотел его деактивировать, чтобы он сюда завернул, но я не посмотрел то, что здесь находится финальная часть. Ну, в общем, здорово. Мы затупили и потратили чуть больше времени, чем мне. My temple awaits you, child. Go forth. Так, нужно какую-то фигуру составить, да? Нет? Thank you.
А типа остальные открывать не надо? Нет, я все-таки прогуляюсь. А чё б нет? Зачем-то же их сделали. My child, you do not need to collect all sigils at once. You are free to return to this place whenever you choose. Я выбрал сейчас. Ну, захотел сейчас. Да, я вас понял. Мы с Тамарой ходим парой. Сейчас нужно будет переставлять два деактиватора по очереди. Я вас правильно понял? Я так понимаю, цвет — это сложность. Так, мы не можем пройти через фиолетовое поле, нужно прямо здесь что-то деактивировать. Все? И это типа... Не, это не сложность, это просто цвет, наверное. Потому что, по идее, она даже легче была той, где мы запоролись пару раз. Все, больше нет загадок? Ну, мы отсюда вернулись. Отсюда пришли, вернее. Thank you.
Вопросительные знаки вообще не к месту. Приблизительный размер совсем как-то ненаучный указывать, если честно. Я понимаю, что это для игрока сделано, чтобы он примерно представил себе объем 5 петабайт, но выглядит довольно бредово. Step into the light, child, and Нет. my temple Отказываюсь. Will be revealed to you. Отказываюсь. Баба, здесь пулемет, чё я сюда попёрся, а? Это было опасно.
такое взять не смог ты с третьего раза. This trait will serve you well in times to come. Блин, я опять все прошел, ну что такое? Я надеюсь, мы не пройдем всю игру за этот стрим. Я так надеюсь, это пока просто обучение, ну, такие самые базовые какие-то загадки. Чего вот за значок звездочки, я не понял? Мы какой-то секрет не нашли, что ли? Или наоборот, это значок звездочки от того, что мы все прошли. Now upon the stones of my temple, whence many gates lead. And know that I have other temples, for my garden is greater than your eye can encompass. And all these worlds I made for you. На самом деле это просто какой-то аналог Гладис. Блин, серьезно, если вот весь этот сеттинг отрубить, то смысл точно такой же. Создал искусственное испытание. Есть значок звездочки? А, или звездочка это сложность? Или нет? Дайте мне подсказку. Не, я не к зрителям обращаюсь, а к игре. То есть значок звездочки. Меня просто донимает, стоит ли нам возвращаться и искать что-то или нет. Он причем везде в разных местах находится. То есть это, видимо, возле какой-то фигуры, что ли, какой-то секрет спрятан или что. Вашу мать, мне не дает это покоя. На указатель ничего такого нет. По факту значок возле зеленой буквы Z. Ну, пойдем к зеленой букве Z. Или это знак терминала? Типа, неужели из-за того, что мы не использовали один вариант ответа, нам... Нет, не оно.
Не знаю, как этот секрет должен выглядеть или что это вообще. Это секрет, нет? Мать твою. Все. Завиваем болт. Просто идем дальше по испытаниям. А как только мы найдем это что-то, что нам отметит эту звезду на карте или не знаю, на списке прохождения, тогда мы будем знать, что искать. Следовательно, вернемся уже поищем получше. То, что наугад везде тыкаться и, блин, пытаться что-то найти, ну, не очень хочется. Бесит. Ну, этот уровень вроде коротенький. Let this be our covenant. These worlds are yours, and you are free to walk amongst them and subdue them. But the great tower, there you may not go. For in the day that you do, you shall surely die. Не доверяй никому. Trust no one. Не-не, ни один пароль не подходит, бесполезно это все пытаться.
Потом. Блин, я сомневаюсь. Шары агрятся на... Ладно, без комментариев. Good. You are learning, as is your purpose. But your choices must be your own. Therefore, I will not guide you. Unless it is necessary. То, что я увидел, этому уже противоречит. Я сейчас решил загадку не потому, что я понял смысл загадки, а просто потому, что я делал то, что от меня требовалось. То есть я не знал, что этот шар разрушит пулемет. Я просто видел, что есть такая возможность. Так, мы между островами путешествуем, я понял. А! Бинго! Наверное, QR-коды. QR-коды это и есть вот эта звездочка. Если по ним перейти, то что-то активируется. Ну, в смысле, будет засчитано то, что мы отгадали что-то. Но я не буду этого делать, потому что не впадло, я вообще не одобряю запихивание QR-кодов в игры. Я, кажется, об этом уже говорил. Не помню, в какой игре мы уже с этим сталкивались. А, в этом. Блин, как его.
Фес, да. Что название никак не мог смотреть. Блин, я вот на самом деле вот не понимаю этих экзистенциальных проблем, то есть, когда люди начинают сходить с ума из-за того, что они это не они, а якобы чьи-то копии, там, клоны, да что угодно, они настоящие, искусственный интеллект, без разницы. То есть, для меня это совершенно не является проблемой. Это как мы уже проходили одну из игр на стриме, там постоянно возникала ошибка из-за того, что человек, будучи цифровой своей копией, и когда ему сообщали о том, что он является цифровой копией, это приводило к ошибке. Хрена тебе полнейшая. Окей. Нам небольшими порциями дают знания о внешнем мире, о том, что с ним произошло. И у нас начинает программа сбои. Видимо, все окружающее, это нереальный мир, это какая-то симуляция. Возможно, даже то, что мы не являемся роботом, а являемся человеком. Нам просто симулировали внешний вид робота. А может и нет, хрен знает. Для меня это мелочи незначительные. Ладно, поехали дальше.
Блин. Так, ну по идее должно ходить. Что-то поначалу затупил, и что-то не то начал делать. А, возьмем с собой молоко. Так, все? Все три? Кроме звездочки, как обычно. When I was a little girl, one of our teachers, Mrs. Higgins, told us to make a time capsule, write letters to the future so one day we could remember what it was like to be children. I thought it was stupid, so I didn't do it, which I really regret. So, I guess I'm gonna make one now, bury it in the archive instead of under a tree. I don't know if anybody will ever find it, but somehow it seems important to keep talking, to keep thinking. For as long as I can. Ах, хрень какая-то.
Я почему-то вообще к прошлому не привязан, у меня даже ни одной моей фотографии нет. Ну, то есть, вообще... Не, ну, то есть, не вообще нет, разумеется, мне там в паспорте и в документах есть фотки. Но я имею в виду такое, не знаю, которое для каких-то целей была сделана, помимо официальных. Бесящий момент в играх, он бегает. Бегает быстрее, чем мы ходим, но медленнее, чем мы бегаем. Поэтому мы не можем с одной скоростью к нему продвигаться. Так, все, больше ничего не надо здесь находить. Здесь мы уже были. Звездочка все еще на месте. Тупая тварь, бесишь меня, желтая мразь. Так, ладно, поехали. Бесящая звездочка. Так, куда-то нам открыли дверь. Дали? Да, походу сюда. Господи, зачем я палку переворачивал? Может, никто не объяснит. Твою мать! Так, что-то с этой палкой нужно делать. О, не с палкой, а с галкой. Наконец-то! Так, а мы можем там дальше поразгадывать, я не знаю. Нам вроде сказали, что вход в какую-то башню запрещен. Какую башню сюда? Ладно, мне безразлично. Мы в любом случае все равно продолжим проходить эти испытания.
Что значит заслуживают? Вот, мне вот это слово просто не очень нравится. Заслуживают тебе способности. Мне просто любой ответ не нравится, ни отрицательный, ни положительный. Я вообще в целом не согласен с формулировкой этого утверждения. Кажется, у нас ответ немного противоречит. По идее, ценность находит и ценности создают. Я надеюсь, в конце игры за мной Пативан не приедет. Да ладно. Так, а чем эти двери вообще открываются, мне интересно? Так, ну, если вам интересно, почему я мимо хожу, потому что мы не можем его забрать. Как только мы его отключим, эта штука нас убьет. Нужен второй деактиватор. Я вас понял.
сюда пойдешь? Не, они только по прямой двигаются, это хорошо. Не то, чтобы нам нужно было обезвреживать тот шар, я так, знаете, просто... Чтобы не простаивал деактиватор. Двигай давай. Большое пространство с кучей поворотов, я так понимаю, что это просто сделано, чтобы какую-то нелинейность дать решению этой загадки. Так, ну пока идет очень довольно-таки бодро. Игра довольно неплохая. Однако вот этот философский подтекст мне не очень нравится. Потому что я не считаю его философским. То есть, ну, не знаю, по мне просто как решение какого-то уравнения, нам вроде 2 на 2. То есть я не понимаю проблем, которые возникают перед людьми, размышляющими на тему экзистенциальности искусственного интеллекта. Я не могу его взять через ворот. Предусмотрели. Так, ладно, где мы там видели хэдшот? На стене задержаться, ну ладно. Красный, это типа самый сложный. Да ладно, шучу, мы уже выяснили, то что цвет не влияет на сложность. Я не понимаю вот этого благоговения перед Творцом. Ну, как бы, и что? То есть, ну, окей, создатель 100% утвержденный, да, всемогущий. Какая такая логическая цепочка должна нас выстраивать перед тем, чтобы мы ему подчинялись? Я не понимаю. Он что, угрожал нас уничтожить, если мы не подчинимся ли? Что за хрень? Или он что-то хорошее для нас делает?
Блин, я камеру дергаю, как будто в шутере как. Но мы это не на скорость проходим, я не знаю, просто. У меня нет желания проходить медленно, не знаю почему. Возможно, пейзажа здесь нет такие уж красивые, чтобы ими любоваться. Я просто прохожу с комфортной мне скоростью. Хотя я так чувствую, у кого-то из зрителей морская болезнь после этого начнется. Так, нам нужно эту штуку туда пронести, да? Нет? Чё-то это убиточно. У нас же нет второй. Что там вообще такое? Вы туда заходили? Да, заходили. На свои же грабли. То есть из-за стены вот этой силовой нельзя его взять, но при этом с уступа можно. Замечательно. Не люблю, когда себе противоречит своим же механикам. Либо нельзя его вообще брать, либо... Свали. Так. Этот звук нас куда-то привести должен. Так, ну это вообще интересный вопрос. Пройти никак нельзя, да? Ну, там стена, скорее всего. Ну, единственное, что мне приходит в голову, это при помощи вот этого шара, когда он пытался вырубить. Поэтому здесь такой спуск есть, то что мы шар пригоним сюда, откроем эту штуку и спрыгнем. Ну да.
Зачем я за ней тянусь, можно ее не забирать, в принципе. О! Слушайте, я эту штуку не видел раньше. Нигде. То есть, блин, я бы заметил такую крутящуюся в воздухе звезду, если бы мы на нее наткнулись. Так как бы ничего, что у меня один лишний деактиватор остался. Ну, я надеюсь, это записи нереальных игроков. Это было бы бредово. Так, я все прошел. Так, эта штука пищит от того, что у меня какие-то новые данные появились. Блин, охренеть. Нет, это не психологический профиль. Это... Я, к сожалению, забыл фамилию ученого, который составил этот текст. В общем, это универсальный текст, он подходит практически 100% людей. То есть, вне зависимости от вариантов ответа, просто даешь ему эту херню, он говорит, да, да, это про меня написано. Скорее всего, могу ошибаться. Но, по-моему, это он, я вот практически дословно, мне кажется, узнаю этот текст. Как бы если в процессе прочтения об этом сразу не догадался, то вот концовка «Не принимает чужие убеждения без убедительных доказательств» практически доказала то, что, к сожалению, это не психологическая картина. Не психологический профиль, созданный по моим ответам.
Ха-ха, я же сказал, что ответы противоречащие друг другу. Кстати, интересно, возможно пройти этот тест как-то сразу, чтобы нам дали статус администратора? И в смысле дал объективный ответ вместо требуемого субъективного? Охренели же совсем? Это меня сейчас просто за человека не посчитали. Да и ладно, я шучу, скорее всего так задумал. То есть вряд ли можно было дать какие-то ответы, которые удовлетворили бы машину. Ну не машина, а тест. Блин, у меня курсор начал отображаться. Я не помню, он раньше отображался, нет? Ну, по крайней мере, в таком виде. Ну, на стриме его не видно, я специально отключил курсор, потому что нахрен он на стриме сдался. Так, ну мы это мы все читали. На всякий случай проверю, не появился для новых записей. Ну не в смысле новых записей, а изменения в старых скорее. Звезды, а где вторая-то? Ну, первая довольно очевидно находилась. Так, значит, где там была загадка с... где мы звезду нашли? Нет, не здесь. Да, здесь. Блин. Были ли какие-то, не знаю, намеки, обозначения, что она здесь? Я обычно каждый угол обшариваю, поэтому если бы мы ее видели, мы бы... Вернее, если бы я проходил мимо, я бы ее заметил. Ладно, по-быстренькому пробегусь. Или нет? Thank you.
Да ладно, я же не пройду. Я не знаю, зачем мы повторно это обходим. Я как бы не настолько глаза долблю, чтобы не заметить здоровенную золотую звезду, висящую в воздухе. Ну или хотя бы силовое поле ее отделяющее. Как ты еще сюда попал? Стоп, зачем? Блин, где выход? Что-то лишний крюк сделал. Если только какой-то вид загадок не скрыт. В саундтреке такая мелодия заиграл, как будто где-то секрет находится рядом. Ну ладно, не суть. Все, уходим нахер. Я либо могу решить загадку, либо не могу. Искать, где мы пропустили звезду, у меня что-то настроения нет. Чуть за хрень. There is much that you may learn in the halls of my temples, for there is much that you do not know. That is why you are a child. But children are made to learn, and in time they come to have dominion over the lands of their home. So it shall be with you and your generations. Нет, мне никакого рода. Так, тройку закрыли, четверку. Да ладно, это серьезно сложность, что ли? Что-то я как не заметил. Хм? Странно. Я не ощутил, что желтый и красный сложнее, чем зеленый. These worlds and we within them are made of words. Hidden words, invisible to you, yet part of all things. We are a story. Your actions give life to the story, and the story gives meaning to your life.
speak unto the darkness, be gone. Excess data cleared. The answer that came to me again and again was play. Every human society in recorded history has games. We don't just solve problems out of necessity. We do it for fun. Even as adults. Leave a human being alone with a knotted rope, and they will unravel it. Leave a human being alone with blocks, and they will build something. Games are part of what makes us human. We see the world as a mystery, a puzzle, because we've always been a species of problem solvers. Необычный взгляд, никогда этого раньше не слышал. Обычно всякую хрень, типа там ложь нас делают людьми или что-то в этом роде. Даже несмотря на то, что ложь нам больше... Нас больше с обезьянами сближает, чем делает нас людьми. Так, судя по пейзажу, вниз я спуститься не могу, это хорошо. Еще не хватало подножия обследовать. Не могу я вниз спуститься? Или могу? Наверх как подняться теперь? Я скорее всего сдохну, когда спрыгну. Не хочу на это тратить время. Я бы вообще без единой смерти прошел эту игру, но что-то мы один раз затупили. К сожалению. Ну то есть не мы затупили, я затупил. А сожалеем все. Так, ладно, поехали. Ой. Что-то новенькое. Я понял, это гнездо. Луча нас убьет? Нет, слава богу. Еще не хватало эти лучи обходить. Не то чтобы меня эта игра бесила. Ну просто привык в такой интонации высказываться. И где красный источник? Мне нужен красный источник. Не канает, не канает. Вообще не канает. Или не обязательно красный, можно и это. Даже не сомневался, то, что не подойдет синий. Красный где взять? Тебя как-то можно поменять, я не знаю.
Так, перегрузить его тоже не получается, чтобы он цвет поменял. Так, я не знаю, как-то разложить нас... Нет, ну, блин, смысл раскладывать на спектр синий цвет. Это нам ничего не даст. Я так понимаю, нам ответ на эту загадку дастся немножко позже. Ну, вернее, не ответ на загадку, а инструментарий для решения данного пазла. У нас пока просто не хватает деталек. Ух ты! Прикольно. То есть мы все-таки прерываем очень хорошо. А я, блин, даже не сомневаюсь, что не откроется ничего. Ну ладно. Все, уходим. Мы опять тратим время. Впустую. Я так подозреваю, что из-за повреждения данных, порчи данных, произойдет какой-то якобы катаклизм. И текущие загадки, которые мы разгадывали, несколько изменятся. Ни хрена себе, сразу три можно соединить, прикольно. Желтый уровень сложности, вы, блин, серьезно? Это не смешно, я. Это как-то слишком легко было. Ну, понятно, что нам просто дали понять о том, что... Это логика какая-то. Короче, что можно одним коннектором три луча соединить. Ну, три точки. О, красный луч. Не скрещивал лучи, почему? Понятно. Свали в тень. Так, а у нас... Еще коннектор есть? Замечательно.
Так, окей, два коннектора, нужно как-то провести лучи, их не соединяя. Так, мне очень интересно, секунду. Хорош. Так, где телепорт? Мы все решили? Все, решили, не нашли одну звезду. Для того, чтобы ее найти, нужен красный луч. Кстати, а мы из другой загадки не можем случайно красный луч протянуть? Ну так, знаете, мало ли. Из другого пазла, вернее. Так, нет, это не тот пазл. То есть проносить коннекторы нельзя, но... Так, искрящий луч. Ну, возможно, луч можно как-то верно пройти. Нет, не оно. Да где ты, блин, был? Да ладно, что, в одном из этих? Не может быть такое. А, ну да, вот. Блин, это будет сложно. Ну, вернее, это будет невыполнимо. Мне нужен еще один коннектор, как минимум. Еще один коннектор нашелся.
Так, нет, здесь у нас только синие были. Блин, я надеюсь, эти лучи несколько дольше бьют. Блин, вот такая низкая стена же здесь, не просто так. Ладно. Да, далеко бьет. Не, значит, я был неправ. В плане, вряд ли какой-то катаклизм случится, можем это и так пройти. Другой вопрос в том, что мы не видели остальных звезд почему-то. То есть, когда мы видим звезду, я, в принципе, могу найти решение, то есть это вообще не проблема. Как бы уж в чем о своих способностях я уверен. Плюс-минус. Ну, в том, что они вообще есть какие-то минимальные. Да, закрыли уровень полностью. Но когда непонятно, где звездочка, это немного удручает. Я разблокировал. Зачем я разблокировал? Прям God of War напоминает последний. Чё-то делаем, непонятно зачем. Просто потому что можем. Блин, уж что-что, гидроэлектрический источник энергии явно является неисчерпаемым.
С какого хрена, если бы там ядерный реактор поставили, я бы и то больше в это поверил. Как бы гидроэлектростанции без обслуживания не могут работать. То есть какое-то время, конечно, могут, но, блин, явно не бесконечно. Ой, не нужно нам отвечать ни на какие трудные вопросы, господи. Фактически этот вопрос принятия искусственного интеллекта, он подразумевает, равен ли он нам по правам. То есть считать равными по правам попугаев или китов человек не будет. Вне зависимости от того, насколько они умные станут. Ну, чисто технически людей-то не считают равными людям, поэтому как бы вопрос даже не стоит. Скорее всего, если такие проблемы начнутся в реальности, ну именно вот с... будут подниматься вопросы выдачи прав искусственному интеллекту, то скорее всего у искусственного интеллекта будет больше прав, чем у приличной части людей. Как-то так. А вопрос гражданства довольно бредовый. То есть гражданство приписывается... Вернее, определяется принадлежностью к какой-то конкретной стране. В какой смысл ИИ являться гражданином какой-то страны? Это же, не знаю, больше как инструмент, там, организации или что-то такое. Кстати, сам термин гражданство здесь неуместен совершенно. То есть, например, у человеческого индивида, не являющегося гражданином ни одной страны мира, все равно должны быть какие-то права. Ну, теоретически. Соответственно, у ИИ они должны быть без принятия им гражданства какой-либо страны. То есть какая-то хреново сформулирована, если честно. Thank you.
бредовый опять текст. Сфинксов разве не с какой-то целью ставили загадывать эти загадки, там, не знаю, помешать пройти, еще что-нибудь? Понятно, это какое-то подобие, типа парадокс. Что сфинкс заглючил и завис. Типа типичный способ сломать ИИ. I was in school when I first read about the Talos Principle. I think it disturbed me at the time, made me hyper-aware of my body as a physical object, the material reality of the brain. Ideas that made me uncomfortable at first, but I think in the long run, it helped me understand how frail human beings are and how precious. It's not a comforting way of thinking about the world, but I'd rather face the truth than lie to myself. Ну тогда ты тупая просто, если до тебя эта мысль только в институте дошла, мне больше нет вопросов. Я еще где-то, блин, не знаю, в ранней школе начал понимать, что мое тело это просто было мясо. Че, нажимную пластину на земле не увидел? Ну, если пошарю. А, ну да, Гексайдер. 6 граней. Хрень. Бинго! Ха-ха-ха, Декайда. Так, я правда не понимаю, а почему наличие вершин делает это супер декайдером? Я вообще не знаком с термином супер фигур каких-то. То есть у меня такие, ну, познания на уровне школы, я не знаю. Неправильно, почему? Не знаю, мне гордость не позволит, наверное, гуглить, что такое супер декайдер. Ну, супер фигуры. Декайдер, не суть. Правильно понял, он... Да, я правильно понял. Нет, правильно. Ну, то есть понял правильно, побежал за шкаф. Твою мать, вторая смерть! Я тупица. Ужас. Просто ужас. Слишком спешу. Ну, вернее, не столько спешу, сколько просто упускаю из виду важные детали. Например, то, что это говно стояло слева.
Почему? Почему ты должен в это верить? Зачем тебе замысел? Ты убеждаешь себя, что есть какая-то ценность происходящего, не имея на это никаких оснований. Блин, вот этот текст меня натолкнул на мысль, то что... То что для открытия истинной концовки нам нужно найти все сигилы. Скорее всего, здесь. Так, это интересно. Нужны ключи. Ну, не в буквальном смысле ключи, а в смысле что-то, с чем можно взаимодействовать. Так. Попросить совет? Иди в жопу, блин. Я не знал, что это алтарь совет. Мне не нужен совет. Мне нужно... что мне нужно достаточно объем информации. Так. Так, а меня другой сейчас мутил. А где звезда? Она где-то здесь должна быть со стороны. Оказалось несколько проще. Вот и все. Совета, блин. Я просто не видел, что там за стеной тоже такой шар ходит. Ну, правда, потом. Thank you.
Здесь, по-моему, две звезды. Ну, здесь это не конкретно в этом пазле, а на этой локации. Ага. Увидел. Так, ну это правда не дало нам ответа на вопрос, как туда попасть. Ищем пазл с красными лучами. Вижу пазл с красными лучами. Забиваем хрен. Я это уже слышал. Так, пазл с красными лучами есть. Нужен доступ к синим лучам. Так, и нужен способ как-то их развести. А вот и способ.
Так, где там второй был? Огонь. Так, мне все еще не дают покоя та комната с звездой. Как до нее дойти-то, блин? То есть, ладно, бог с ним, с красным лучом, мне бы сначала просто обнаружить, как к ней пройти, потому что даже если мы откроем этот пазл каким-то образом, то звезду забрать нужно. Аж этот флешбеки. Это ж сфера из Portal 2, не? Что эта штука делает, а? Она прерывает луч или что? Да, я понял, она прерывает луч все. Все, ничего больше нет? Мне кстати, интересно, подсказки везде есть или в самых сложных местах? Опа! Сказал я и понял, что это полная хрень. Так, мы походу прошли все. Все да не все. Мы еще звезды не нашли. Бля, эти звезды уже ненавижу, если честно. Сраные звезды. Короче, понятно, нам нужно давать ответы на вопросы, чтобы пройти этот тест. Это значит, нужно давать субъективный ответ. Какая там вторая проблема была? Я не помню вторую проблему и третью, то, что мы противоречили. Блин, я не помню вторую проблему. Твою ж мать.
Понятно все. Так, сквозь стены пройти тоже нельзя, к сожалению. Эх, одинку все-таки здесь плюс оставить. Ладно. Свали в тень. Так, понятно, здесь ходить нельзя. Так, забавно, мы можем встать на... Только это нам не дает ничего. Так, ну, я вижу кусок кабеля. Где-то есть переключатель. Только я не вижу, чтобы этот кабель куда-то шел. Он здесь и кончается. Thank you.
Не, отсюда никак не добраться. Вон там, за стеной. Звездочка. И поставить деактиватор на куб тоже не получится, чтобы что-нибудь вырубить. Ну, во-первых, я не знаю, что нам нужно вырубать, во-вторых... Второго кубика не случайно. А, да, нам не вернуться. Замечательно. Я вот поэтому возвращал сюда куб, если вы могли видеть. А почему ты в этот раз решил этого не делать? Дадите эту фигню прочитать или нет? Так, ладно, будем думать логически. Во-первых, есть какой-то включатель, который, скорее всего, пускает эту стену, либо что-то такое, потому что сюда ведет провод. Во-вторых, гнездо смотрит на нас лицом, с площадью где-то вот с этой стороны должен идти.
Блин, поставить бы здесь отражатель, но мы этого сделать не можем. Не можем перетаскивать отражатели между пазлами. Так. Вверху я какого-то отражателя тоже не вижу. Блин, вон там на холме какая-то постройка просто отлично стоит, чтобы направить на нее луч. Правда, толк в этом никакого, потому что таких отражателей там нет. Коннектор. Коннекторов. Похеру будет отражателями. Так, ладно, предлагаю забить хер. Но все равно там куча звезд, которые непонятно где находятся. Shaped these lands according to the purpose of the hidden words. Thus all things have meaning, where before was only chaos. Know that and have faith. Отказываюсь. Thank you.
Отлично видно. Дайте угадаю, разговор двух ботов. Окей, большего количества ботов. Я, кстати, забыл название этого теста, который выявляет похожесть разговора текста бота на общение живого человека. Какие-то соревнования даже проводятся по этому поводу. По сути, полнейшая херота, конечно. Но датирование вот этого документа 24-й год. Это якобы из будущего, с якобы более совершенными ботами. Но суть в том, то, что уже сейчас в этих тестах тексты ботов настолько подражают человеческому общению, что процент определения составляет около 50%. То есть человек не может отличить бота от живого существа. Господи, хотел сказать другого человека, просто не люблю повторения часто. Потрясающе.
все увидел. Не-не-не, не работает. Да, отстань. Бесит. О. Ух ты, вот так вот, да? Интересно. Точно через решетки нельзя. Может, просто в пути не надо попадать? Не, никак. А сейчас получилось, что за херня? Игра опять сама себе противоречит. Короче, это гнездо просто для сбития с толку.
ну либо я просто забаговал игру и случайно забрал деактиватор. Остался найти выход. Я их не могу найти. Я его потерял. А, вот. Блин, я сейчас прерву любой из лучей и закроется. Причем обе сразу закроются. Оба силовых поля. Блин, я задал, я забыл, что можно сразу несколько. Но он нам не нужен был. Мы могли просто один раздать. Короче, я более эффективное решение создал. А, или нет? Блин, я все запорол. Все, я запорол.
так должно быть. Не-не, все верно сделал. Ровно так, как было задумано. Ну, вернее, чуть дольше, потому что тупил, но... Да, лишний коннектор там оказывается нужен. Ну, прикольно, лишняя коробка. Ну, наверняка она не лишняя, участвует в какой-то загадке. Так, нужен шорткат.
Так, по сути, единственные ворота, которые нам нужны, это вот эти. То есть один коннектор должен быть здесь. Другой вопрос, что нам нужно провести на эту сторону красную луч каким-то образом. Я так подозреваю, вон тот выступ нам поможет в этом. Плохо, что их нельзя носить в руках во время того, как по ним лучи идут. Понятно, он синий луч посылает в красный. Опа-на! Это как работает вообще? Так, понятно, значит луч где-то посередине режется между двумя коннекторами. Хотя нет, это ни хрена не объясняет, почему, когда мы напрямую через один коннектор туда херачим, луч почему-то прекращает питать ворота. Блин, уже спасибо. О! Увидел.
сожалению, это немного не так, как я хотел это использовать, но ладно. Так, это, наверное, первая серьезная загадка такая. Да чё ж тобой делать-то, а? А-а-а! Блин, так количество целей не ограничено ни хрена. С другой стороны, а что нам дает закрытие вот этих ворот? Мы ничего не выиграем. Ну, единственное, что мы можем пустить напрямую луч. Они не пересекутся. Плохо, блин. Понятно тогда, вот эта хрень зачем? Сократить количество звеньев. Ну и чё, у нас все равно один только лишний. Так, если только мы что-то не упустили. Thank you.
Вообще что? Ничего, вход, понятно. Так, а может, ну его нахер? Нас просто сбивают с толку. Да, нас просто сбивает с толку. Отлично, блин. Потрясающе просто. Спасибо, мать ваша. Не, ну хотя да, логично. Я просто как бы на автомате все до этого проходил, потому что было понятно. Сейчас нас специально завели в тупик. Так, ладно, эту зону, короче, проходим, и на сегодня все. Надо что-то уже спать хочу. Да что там пищит, ё? Что-то здесь как-то очень много тупиков, подозрительно. Thank you.
Опси. Кстати, непонятно, зачем целая связка ключей, если нам нужен только один. Ага, понятно, твари не сразу начинает стрелять, это хорошо. Запищание меня напрягает, это плохо. Повторно будет вопрос задавать, скорее всего. Минуточку, мы что, разговариваем? Отличный ответ. Я не хочу узнать, кто я, и не хочу завершать работу по МБ. Ответ правда, полнейший эпизм. Вопрос про миночек мы разговариваем, тем более. От того, что у людей что-то есть, кретинизм полнейший. Все, что у нас есть, это чуть немного больше на количество нейронов, чем у шимпанзе, и все. В смысле нет? Да! Да, это он и есть. Я ничто не заставляет думать, что я человек. Я вообще почему? Я хоть где-то сказал, что я человек? Что за бред? Или нужно осознавать себя человеком, чтобы получить право администратора? Блять.
не говорите мне, что этот тест сделан для совершенствования искусственного интеллекта. Ну, по лору игры. Так, мы эту локацию прошли, я так понял. Там еще один компьютер. А! Хотя бы этот уровень мы полностью закрыли. Меня, правда, немного расстраивает то, что предыдущие нет. Ну, у нас одна звезда на втором уровне осталась, одна звезда на первом. И одна звезда на третьем. Еще и на пятом. Ну ладно, не суть, мы на сегодня, наверное, закругляемся. Всем, кто смотрел, спасибо за внимание. Все свободны.